Сейчас наш капитан скукожится. Во, пошло, пошло, смотрите, получилось. Капец, он радостный. Расплющенный капитан Фидлс подо мной, ребят, зацените. Поехали, открываем дверь, и что же за ней будет? Ребята, что за фи... Это что, гигантский банбан? Привет! Мы продолжаем взламывать Garden of Banban 2. И сегодня я наконец-то попаду в эту секретную красную комнату, о которой вы пишете под каждым видео по Garden of Banban. Наконец-то мы достанем эту ключ-карту красную и, конечно же, убьем капитана Фидлза. В общем, прямо сейчас ставь лайк, если ты этого ждал. И погнали! Это Knopf на Play, а я Golden Freddy. Начинаем взлом! Начнем мы, естественно, с новой игры. И сейчас... У меня для вас есть небольшая информация по поводу этой ключ-карты. Оказывается, есть секретные ракеты. И, соответственно, если мы используем эти секретные ракеты, то у нас получится активировать какую-то секретку в секретной комнате. Я понимаю, что много слишком слова «секрет» в этом всем, но я думаю, это будет интересно. Так, а нафига я открываю, собственно, дверь, если я могу сделать вот так? В принципе, так будет намного быстрее, я думаю. Давайте сейчас... Значит, долетим до комнаты, починим наш пульт. Вот она, ага. Быстренько починим пульт. Заодно выйдем, поговорим с Банбаном. Эй, Банбан, я уже здесь. Банбанчик, ты где? Надо просто активировать скрипт, потому что если он не активируется, мы с вами не сможем дальше играть. Алло, Банбан, ты задолбал. Ты где? Он сам... О, я думал, со мной общаться не хочет. Ладно, все нормально. Эй! Да. I can see you on the cameras. Ты молодец, видит меня. Смотри-ка, so видит меня, молодец. Короче, вот в эту комнату надо попасть. Про нее вы мне все уши прожужжали. Перед Knopf Play, попади, 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 я попаду. Но Listen, я не хочу читерить. Я хочу по-честному туда попасть. Причем использовать... Да ё-моё, сейчас я тебе помашу, подожди. Сейчас я тебе помашу везде. Я тебе в любую камеру сейчас... На, помахал. Ты доволен? Ты счастлив? Ты рад? Наконец-то. Пяти раз забаговал, значок не попадает. Что за фигня? Ясно, ясно. Снова баг, снова баг. Ну а что поделать? Что, мы теперь играть не будем, что ли? Я не знаю, почему-то этот баг постоянно. Может быть, это из-за взлома так происходит? Может быть, еще из-за чего-то? Но в любом случае, баг у меня произошел. И с этим ничего не поделаешь. Но самое главное, что я активировал этот скрипт. Да, фигово, конечно, так получилось. Ладно, мы сейчас не будем вызывать... Мы, кстати, можем сделать, что у нас Банбан телепортировал, но я не хочу. Я, наверное, сам дойду до той комнаты. Погнали. В общем, сейчас нам нужно каким-то образом, чтобы у нас получилось, достать эти ракеты. Эти самые ракеты, которые находятся под текстурами. Я вам сейчас покажу. То есть вот где-то под полом, рядом с пушкой у нас находятся ракеты. Блин, темно. Ой, тихо-тихо, темно очень. Смотрите, какой капитан Фидлс стрел. Я к нему не буду подходить, нафиг надо. Даже при взломе, возможно, он может напасть. Он капец огромный, ты посмотри. Слишком близко к нему не подходим. Так, вот эта кнопка, это нам не надо. Здесь ничего нет. Здесь у нас столики. Где-то должны быть ракеты. Где-то должны быть ракеты, я точно помню. Мы их с вами видели. И, о, вот они, друзья. Я же говорил, целая коробка, друзья, секретных ракет. И просто так, как вы видите, их не достать, потому что ну, они под землей. Как вот их можно достать, если они реально под землей находятся? Мне кажется, это невозможно. Поэтому смотрите, чтобы нам убить капитана Фидлза, нам, точнее, не, ну, мы его и так убьем, но чтобы нам нажать, я имею в виду, на секретную кнопку, чтобы получить доступ к ключ-карте, нам нужны ракеты. Но не те ракеты, которые находятся у улитки, там, где их, где мы из пушек стреляем. Там такая же коробка стоит, но они нам не подойдут, потому что нам нужны именно вот эти секретные. Так вот, чтобы их достать, нам нужно как-то, я не знаю даже, что нам нужно, удалить пол, может быть? Но если я удалю пол, на чем я буду стоять? Так, секунду. Давайте попробуем удалить вот стену. Давайте вот этот пол удалим. Сейчас я лучше взлечу, чтобы я, если что, не это, не умер. Во! Или что, или я фигню сделал? Не, я сделал какую-то фигню, я... Подожди, мне нужно удалить наоборот вот этот пол. А как я буду... А, я все, смотрите, я придумал, я удаляю этот пол. Во, ракеты, доступ есть, смотрите. У меня есть доступ к ракетам, смотрите, я беру ракету. А до пушки не могу дотянуться. Или могу? Я немножко не дотягиваюсь, ребят. Дотянулся, все, идеально, погнали. Первая пошла. Первая пошла, ребят. Хорош. Сейчас наш капитан скукожится. Во, пошло, пошло, смотрите, получилось. Все.
Капитан Фидл Зухана. Теперь мы берем тут же вторую ракету секретную и стреляем из пушки. Зацените, оно работает. Оно реально работает. Все, кнопка загорелась. Осталось только добраться до туда. Но это очень легко будет сделать. Учитывая, что... Видите, тут... Офигеть, это крипово смотрится, смотрите. Смотрите, прям подо мной кукоженный... этот... расплющенный капитан Фидлс подо мной, ребят, зацените. Я надеюсь, он на меня не скриманет, потому что он, наверное, может скримануть. Собственно, вот на ключ карта. И мне кажется, она специально лежит не на полу, а на столе, чтобы мы смогли использовать секретку, видите? Я спокойно ее беру. И все, и у нас есть доступ как раз-таки к... секретке. К секретной камере. Но при этом там должен быть еще какой-то секрет. Я не знаю пока какой. Но мы с вами разберемся. Потому что вы уже были в этой комнате. Я еще в ней не был. Это логично. Блин, бесит это мигающая иконка камеры, конечно. Но ничего не поделать. Ладно, капитан Фидлс, мы, наверное, пойдем. Ты нас извиняй. Давайте сейчас доберемся до, получается, нашего места. Где находится, соответственно, красная эта самая комната. И... попробуем все это... Кстати, а если мы сейчас... Подождите, мы же ключ-карту не взяли. Я думаю, если мы сейчас выйдем отсюда, появится ли этот... Ага. Он что, на меня смотрит? Я думал, он за мной следит, но нет. Как-то надо достать ключ-карту еще. Я просто хочу кое-что попробовать. Вот просто... Вот эту-то ключ-карту мне не на что встать. Ой-ой-ой! Спокойно, чуть не упал. Так, давайте я попробую... Я знаю, какой взять. Я ее никак не возьму. А если в полете? В полете могу я взять ключ-карту спокойно? Да блин! Где я? Стой! Нет! Я можно встать на ключ-карту, ребят. Зацените прикол. Можно встать на ключ-карту. Тихо-тихо. Я стою на ключ-карте. Но я не могу ее взять, потому что я на ней стою. Отойди. Чуть-чуть назад. Ребят, я взял ключ-карту, стоя на ключ-карте. Это вообще как? Ладно, хорошо. Это интересно. Открываем дверь. Отлично. А, сейчас я хочу попробовать удалить монстра. Ну, раз уж мы как бы все это делаем, да, с вами. Давайте попробуем удалить вот этого монстра. Можно ли его вообще удалить? Просто как бы он тут висит, болтается, этот червяк непонятный. Переросток. Давайте попробуем. Вообще изи. Просто delete и все, и до свидания. Просто завалил. Ладно, окей. Вот это что такое еще мне спрашивали? Что это за фигня? Я не знаю. Просто какая-то площадка, но... Давайте удалим стену. Какая-то просто площадка коричневая, я фиг знаю. Может быть, тут тоже должно быть что-то, но этого нет. Этого почему-то нет. Также можно удалить, кстати, можно удалить пол под нашим зеленым другом Джамбо Джошем и посмотреть на его лицо. Хотите посмотреть на лицо Джамбо Джоша? Так погнали. Давайте удалим вот эту шляпу и удаляем пол. И смотрите, друзья, я удалил пол под Джамбо Джошем, сейчас мы увидим его лицо, ну-ка. Капец, он радостный. Джамбо Джош очень радостный. Прям реально, радости полные штаны, что мы удалили пол. Он, кстати, не падает. Я думал, что если я пол удалю, он начнет падать, но он не падает. Он сидит спокойно, ему вообще норм. Ему вообще норм. Кстати, еще один пульт, зацените. Это очень странно, просто у меня уже есть пульт. А, это мой, я тупой. Это мой пульт, все нормально. Внутри, кстати, капитана... Ой, точнее, Джамбо Джоша, вон глаза есть. Зацените. Два глаза, левый и правый. Тут также есть надпись, типа, ты умеешь летать, научи меня, для читеров, для таких, как мы с вами. Мы же читеры, мы ломаем игры. Это, естественно, мы все с вами видели, и нам осталось только посмотреть на самую секретную секретку. Это красная комната. Я уже немножко отвлекся от темы, да, я знаю, что я уже должен быть в красной комнате, но давайте, ладно, я уже до нее долечу сейчас. И посмотрим, что там находится. Мне уже самому реально очень интересно посмотреть, что там будет. Все, я на месте. Я думаю, так будет быстрее. И тем более, сейчас мы узнаем, что же в этой комнате появится нового. Потому что мы с помощью секретной ракеты, которая находилась под текстурами, застрелили капитана Фидлса и получили эту ракету немножечко читерским способом. Но в то же время только читеры могут так сделать. Поэтому поехали, открываем дверь. И что же за ней будет? Ну, офигеть! Подожди, а что тут секретного? Три записки, так, раз записка секретная, два записка секретная, три записка секретная. А вот и все монстры, кстати. Все монстры и какой-то тип 5. Так, ребят, напишите в комментах, это все было? Или тут что-то секретное есть, просто... Тут что, вряд ли тут была пустая комната, я просто первый раз в ней сейчас и как бы...
Так, ну это получается Бан-Бан, это капитан Фидлс. Все логично, поэтому в него и надо было выстрелить, чтобы открыть эту комнату. Допустим, но мы выстрелили секретной ракетой. Неужели ничего не получилось? Что-то я не пойму. Так, это у нас Тингерфлин, он появится в третьей главе. Это Бамбалина, Бан-Бан, Апила и, собственно, наш друган капитан Фидлс, который дохлый почему-то в этой главе, даже нас не напугал. Потом Джамбо Джош, улитка. Почему-то они в одной категории, не знаю, раунд 56, что это значит, непонятно. И вот это типа самые опасные монстры. Нап-Нап и Шериф. Почему? Их, или типа их... Нет, подожди, Нап-Нап был. Тогда я не пойму. Получается, не было только живого капитана Фидлза, по крайней мере, да? Не было Сингерфлина, мы вообще не видели его. И Шерифа мы не видели тоже. Троих. Троих монстров. Возможно, кстати, в третьей главе появится еще какой-нибудь новый монстр, но я думаю, Сингерфлин там будет главный. Стул, ты что, пьяный? Так, в общем-то, где секреты? Может, монитор включится? Да нифига. Ничего секретного нет. Так, давайте попробуем, не знаю, удалить вот эту штуку. Давайте попробуем удалить вот эту ЧЕГО?! Ребята, что за фи... Это что, гигантский Бан-Бан? Я в афиге, это... Вот такого я не ожидал. Так, я не знаю, пишите в комментах, а был гигантский Бан-Бан? Я, если честно... Хотя, подождите, это логично. Если ракету можно достать только при помощи чита, то, соответственно, в секретной комнате нужно удалить стену. Так, ну за этой стеной у нас... Ничего нет, кстати. У нас там другая комната, где мы взяли, получается, ремонт этого пульта. Может, тут что-то есть? Так. А, это все можно удалить по отдельности, кстати, смотрите. А, прикол. Прикол, я сейчас всех удалю. Может, что-то мне за это будет? Что мне за это? Мне сейчас звездюлей дадут за это. Так, а эти штуки? Эти штуки тоже удаляются. Мне уже интересно, к чему это приведет, ребят. Что?! Никого нет. Не, ну подожди, есть только гигантский, получается, гигантский красный Бан-Бан. Я уже испугался, думал, что-то там еще будет. Нет, там получается как раз-таки кусок фабрики, где мы с вами видели Наб-Наба. Ну и все получается. Красная комната. Ну это, кстати, логично. В красной комнате находится огромный Бан-Бан. Ну слушайте, это реально... Это круто, это круто. Я не знаю, мне понравилось. Прикольная красная комната, на самом деле. Я не ожидал там увидеть гигантского Бан-Бана. Но было прикольно, было прикольно. Спасибо всем, кто написал мне про красную комнату. Кстати, классно, что мы открыли ее таким нестандартным, я бы сказал, способом. Поэтому, друзья, естественно, за контентик с вас лайк. А с меня новые взломы и новые баги Garden of Ban-Ban 2 уже в следующем ролике. В общем, как по мне, этот взлом получился реально крутой. Мы посмотрели на секретную комнату и на другие всякие прикольные секреты, которые нам удалось найти. Надеюсь, ролик тебе понравился, если лайк ты уже поставил, а также ждешь следующих взломов по Бан-Бану, второму и первому, а также взломаем третий, как только он выйдет. Ну а на этом все, друзья, всем удачи и всем пока!